Я сегодня совершенно не красилась. Даже помаду. У нас тополя пошли цвести. Так что тополиный пух налепляется на помаду. Это фу, как противно. Так что гуляем в естественном виде. В естественном виде. И Ренат без помады. Сегодня очень тепло, а мы идем в парк. У нас вот такой есть самолет. Но вчера он у нас пострадал. Летал он чудесно, но сломали нечаянно крыло. И вот сейчас его склеили. Мы посмотрим, как он будет теперь летать. Сегодня очень тепло, но ветер холодный, не как вчера. Вчера вообще была жара, и ветер был теплый. Так, летает, но не очень, конечно, красиво. В принципе, он до поломки крыла летал. Почему он всегда в эту сторону? Утяжеляется, наверное, у него еще крыло сейчас. В лоб. Ветер ему сегодня мешает. А ветер мешает сегодня. Вообще не хочет. В парке у нас машинки уже раздают катательные. Детки ездят. Какое красивое небо. А что, летает? Да. Ура, буду делать магазин. Надо бабушке рассказать. Как около нас. Там будет всякая свежатинка. Здорово. Столько лет она не делалась. Магазин простоял. Красота. Еще бы витрины помыли. Выполним челлендж. А повтор? Повтор. Мама шила мне штаны из березовой коры, чтобы попа не потела, не кусали комары. Разорвались штаны из березовой коры, сразу попа запотела, закусали комары. Вот здесь все перестроили, увеличили. Такая пекарня, кофейня. Иди разведай, есть там. Ренат хочет туалет. А здесь сделали тоже какой-то магазинчик. Белорусский продукт. Здорово.
на русский дворик. Здесь пока пустота. Хочешь сказать, у них туалета нет? Что за кафе без туалета? Какая надпись? Карни джем. Покажи мне себя. Вот он я. Целый и невредимый. Да. Сейчас я покажу залежи пуха. Мы вчера здесь гуляли. И там, куда сейчас пойдем, там есть много тополей. Там так красиво пух лежит. Сейчас дойдем до туда. Вот здесь мы проходим, нету пуха. Он еще начинает только здесь. Летает, но таких залежей нету. Просто цветочки, клумбочки и земелька чистая. А вот здесь уже начинается пух. Земля как бы дымкой прикрыта такой. Это не дымка, это пух. Здесь уже много пуха. Вон он пушистый такой лежит. И вот мы потихонечку идем, и все больше и больше на земле такой дымки. Это не дымка, а это пушок. Вон его уже сколько. Здесь больше деревьев. А это еще и от одуванчиков. Одуванчики тоже постарались. Это одуванчики? Да, вроде. Ничего-то слишком мелко для одуванчиков. Нет, это уже тополь. И вот здесь красота. Белый-белый-белый пух. Ходить с косметикой по улице вообще практически невозможно. Потому что все вот это вот налетает. Оно все летит по воздуху, прилипает к помаде, к глазам. В общем, у меня как бы аллергии такой нету, но просто противно. О, какие залежи. Как будто собаку кто-то чесал, да? И оставили. Вот такие у нас питерские приблуды. Ужас. А еще только май. Сейчас остальные, когда зацветут, то поля это будет вообще. Каштанчики, какая красота! Как они цветут красиво.
А это уже черемуха. Обалденный запах. У нас во дворе тоже цветет черемуха. Красота. Пёски гуляют. Детишки. О, какие толстенькие попы гуляют. Прелесть. Ну да. Против ветра. Ох, ну в прошлом году я такие не видела, а сейчас все детишки с ними развлекаются. Ну да, это простенько, не очень дорого. Ну они где-то около 200 рублей вот так. Ну ладно. А еще мы где-то видели, там вот где кабинка, вставлена лампочка прозрачная еще. Я вот не знаю, как это будет насчет утяжеления конструкции, да. Вот. Но она в темное время должна светиться, эта лампочка. То есть там какой-то, видимо, человечек, лампочка. Ну, мне кажется, он будет тяжелее. Хотя размер такой же. Ух ты. Хорошо. На посадку хорошо идет, да? Ага. А если он той грязной лавочки, там пахнет нехорошо. Все лавочки, в общем-то, я обошла в округе. Нет. Все вот перенюхала. Там так же, такой же нехороший запах. А представь себе, вот там. Выполним челлендж. Сидят опять. Занято. А на солнышко выйти немножко. Ну вот, и ему нос разбивает. Еще у нас вторая попытка. У нас появилась собачка маленькая, крошечная. И такая бабушка с ней говорит. Ты знаешь, иногда девушка, женщина. А бабушка такая, говорю, ой, говорю, у вас собачка появилась. Она говорит, да нет, это мы здесь недавно появились, а ей уже 11. Ну такие, как мелкие лохматенькие. Ну, бабушка тоже такая же лохматенькая. Это впечатление, что мы часто видим, бабушка идет с трудом, ну, и собачка, да, с трудом, где там 13-й дом. Да, и вот, но у нее, по-моему, это пекинес. А-а-а. Пекинес как мочалка, и бабушка как мочалка. И вот они вдвоем тёпают, тёпают так тихонечко. Вот оттуда. Вот были. Именно там они всегда гуляют. Вот на солнце. Мы пойдем сейчас это... Нитки посмотрю, есть там еще они или нет дешевые. В лайм, подвал. Ой, мы же в прошлый раз видели эту. Папку видели эту. Папку. Соседку вашу. Вдруг в гости к вам приходит вечно. Женя? Женю, да. Она там по лайму шастала внизу по подвалу. Она везде болтается, просто так. Надо тебя покрасить? Надо бы нас, конечно, бы как-то. И это. Может, что-нибудь. Ренат все поле собирается. Ну да. Сейчас идем в магазин. Он то закрывается, то не закрывается. Ну, вроде еще существует. Лайм называется. А мне нужно в подвал, там продается шерсть. И, ну и всякие нитки для вязания. Сейчас зайдем. Еще работает. Хотя много уже закрыто. Мяса как-то мало. Ничего существует. А мы туда вниз вот. Там всякие прибамбасы продаются. Сейчас посмотрим, сегодня выходной, работает ли этот магазин. Открыт. Мне нужна была. Вот мне нужна была. Еще бы два моточка мне вот таких беленьких. Ну, сейчас я найду. Это у меня, видите, семицветик.
если сейчас он один где-нибудь остался, это хорошо. Взяла эти нитки. Называются они семицветик. Но у них была последняя только. Они такие толстенькие. Мне как раз на платьице подойдут. Доделать платье. Был бы еще какой-нибудь крем. Кремового цвета. Или розоватый. Было бы вообще отлично. Ну, здесь половина сегодня закрыта. Отдых. Ренат, пойдем там. Все отдыхает, отдыхает. И мы пойдем к бабушке. Она нас там на улице ждет. Так, как нам выйти? Пошли обратно. А не, вот здесь сразу выход и сразу пойдем. Молодец. Ну вот, мы выходим обратно. Игрушка для лялика. Я вернулся в детство. Пошли, лялька. Здесь продукты. Здесь мы мясо брали хорошее очень. Мяско. Мяско, мяско, мяско. Сало есть. Хочешь сало, Ренат? Нет. Хочешь? Я не хочу использовать. Возьму-ка я голени. Взяли мы немножко мяска. Баранинки. Ну, тут косточка. В основном косточки такие, немножко мяска. Для запаха туда говядинку положите, будет хорошо. Средней жирности получится, держи. Неси бабушке мяско.